Здравствуйте, я Анастасия Емцова, а это Информбюро, программа «Чистых новостей». И вот грифа самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф по трем статьям. Игорю Бестужеву, экс-сити-менеджеру Ставрополя, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сколько грозит экс-чиновнику, узнаете из сюжета Олеси Мелеховой. Гриф рейд. В Ставрополе выявили нарушителей. Тех, кто паркуется на месте для автостоянки инвалидов. Подробнее в сюжете Дмитрия Белецкого. Гриф на высоте. Какой погодой закончится осень, узнаете в конце программы. Гриф по трем статьям. Игорю Бестужеву окончательно предъявили обвинение. Теперь максимальное наказание, которое грозит бывшему чиновнику – 30 лет тюрьмы. Судить экс-сити-менеджера будут по трем статьям. Олеся Мелехова с подробностями. Игорь Бестужев, сити-менеджер Ставрополя, под арестом. Это новость. И эти кадры, как гром среди ясного неба, прогремели во всех краевых и федеральных СМИ. Хотя вопросов у правоохранников и слухов вокруг имени главы администрации краевого центра и до этого было немало. Особенно после задержания помощника Бестужева Леонида Козлова. За аренду 5 гектаров муниципальной земли он просил у предпринимателя вознаграждение 50 миллионов рублей. Не для себя старался, рассказал он позднее следователям, а для начальника деньги для Бестужева. После такого заявления начались обыски в администрации. Оперативники приходили даже домой к Бестужеву. Однако за решетку он угодил только спустя несколько месяцев после этих событий. Сначала отпирался, но потом свою вину признал. Последовала еще череда громких скандалов. К сити-менеджеру не пускают адвоката. Бестужеву не дают видеться с семьей. За решеткой глава администрации жалуется на здоровье. А позднее адвокат обвиняемого и вовсе заявил о признании. У ее подзащитного выбили силой. Били кулаком по голове, затем завернули в целлофан, скрепили скотчем и угрожали электрическим током, а затем изнасилованием. Впервые появившись перед журналистами, это же подтвердил и сам Бестужев. Ваша честь, адвокат Денисова сказал уже о том, какие методы воздействия были использованы против меня. Но у меня сложилось впечатление, что суду это мало интересно. Пытки на уровне 37-го года НКВД штаба, с которым мне пришлось столкнуться. Позднее ни одно из слов Бестужева не подтвердилось. Судить сити-менеджера будут по трем статьям. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Покушение на получение взятки, незаконный оборот оружия и получение взятки в особо крупном размере. За это экс-сити-менеджеру придется ответить. Помимо взятки в 50 миллионов рублей, которые Бестужев так и не получил через своего помощника, против него у следствия еще много доказательств. Бестужев незаконно приобрел и хранил в своем домовладении 6 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Следствием также установлено, что Бестужев получил взятку в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей через того же посредника от гражданина за предоставление в аренду земельного участка в юго-западном районе города Ставрополя площадью 25 соток и находившегося также в муниципальной собственности города Ставрополя. Это было в августе 2009 года. Сколько точно грозит бывшему чиновнику, пока непонятно. Если Фемида возьмет по максимуму, Игорь Бестужев может загреметь за решетку на 30 лет. Ясно одно. Легко экс-сити-менеджер Ставрополя не отделается. По всей видимости, бывшему главе администрации придется заплатить огромнейший штраф. Олеся Мельхова, Илья Аладин, Информбюро. Сегодня в правительстве края озвучили рейтинг Ставрополя в числе самых привлекательных для инвесторов регионов. Пока мы на 14 месте, это, кстати, неплохой показатель. Вице-губернатор Юрий Тартышов дал установку войти в десятку. И к этому есть все предпосылки. Например, в Невинномысске индустриальный парк уже выстроилась очередь из резидентов. Причем с эксклюзивными проектами. Так, например, запустится производство экологически чистой посуды, которая, в отличие от пластиковой, безвредна для природы. Ну и главное, объемы производства растут с каждым годом. За последние годы у нас достаточно сильный прогресс в привлечении инвестиций. В 2009 году было 80 миллиардов, в 2010 году уже было 90 миллиардов, в 2011 году 106 миллиардов. И сегодня мы по сравнению с предыдущим годом имеем рост 17,5% по отношению к 2011 году, рост макроэкономических показателей на территории Ставропольского края.
Сегодня на совещании также представили проект индустриального парка в Минеральных Водах площадью без малого 60 гектаров. Самым вкусным предложением этой зоны станет ее расположение. До аэропорта, трассы Кавказ и ЖД вокзала рукой подать. Условия там будут создаваться под фармпроизводителей и транспортное логическое обслуживание. Гриф не хлебом единым. Предприятие края доказывает, промышленность на подъеме. Почти полсотни участников выставки «Промышленный потенциал Ставрополя» показали, можем конкурировать и с Западом, и с Востоком. Алексей Форсиков с подробностями. К этой выставке шли несколько лет. Впервые удалось собрать такое количество участников. Представлен весь край. Непосвященному зрителю может показаться, промышленности на Ставрополье мало. Но это далеко не так. Есть предприятия и с мировым именем, и те, кто только начинает свой путь. А есть и такие, кому в мире аналогов нет. А это, без преувеличения, самый уникальный экспонат этой выставки. Изобретение ставропольских ученых – прибор «Геофон-гидрофон». Может регистрировать практически любые параметры. В частности, с его помощью было предсказано землетрясение на Суматре, прямо из города Пятигорска, из кабинета ученого. Светило мировой геофизики Ростислав Кривоногов говорит, этот прибор – наше будущее. А наше настоящее – аппаратура для исследования и оживления нефтяных и газовых скважин. Целиком отечественная разработка. Называется электрический карандаш. Конкуренты, китайцы, говорит, пытаются повторить нечто подобное. Но до нашей точности им еще далеко. Он позволяет получать продукцию из старого фонда скважин, которые уже выработаны и ликвидированы, а стволы остались. Нужно оживить эту скважину и снова получать продукцию после наших измерений. То есть нефть мигрирует, восстанавливается в ловушках, из которых она добывалась, и можно снова ее добывать. Вот для этого разработана эта аппаратура. Пока эти уникальные изделия работают большей частью за рубежом. Зато производят их в России, на Ставрополье. И это далеко не все, чем может похвастаться промышленность региона. На выставку приехали предприятия легкой промышленности с одеждой, предметами народных промыслов и новой школьной формой. Еще большое зарядное устройство для электромобиля «Лада Эллада». Тоже ставропольское изобретение. Оно может дать полный заряд машине всего за полтора часа. Край производит электронику пятого поколения, оборудование для автоматизации газопроводов и линий электропередач, печи и котлы на альтернативном топливе. Мы сегодня очень сильно конкурируем с нашими восточными азиатскими производителями, которые гонят дешевую и некачественную продукцию. То есть мы поставили заслон своей продукции, по сути дела. При относительно нормальной цене мы даем очень высокое качество, и на слуху много предприятий швейной промышленности, легкой, которые выпускают. В общем, промышленный потенциал у края есть и очень большой. И краевые власти будут делать все возможное, чтобы о Ставропольском крае говорили не только как о житнице России. Алексей Фортиков, Юрий Корниенко, Информбюро. Гриф рейд. Загруженные улицы, припарковаться, особенно в центре Ставрополя, каждый раз проблема. Примерно такими фразами сегодня водители отмазывались от гаишников. Они совместно с чиновниками администрации провели рейд и посмотрели, кому не стыдно занимать парковочные места для людей-инвалидов. Дмитрий Белецкий с подробностями. В мире существует множество знаков, но в отличие от дорожного знака «Кирпич», на этот знак практически никто не обращает внимания. И это подтвердилось в ходе рейда. На площади 200-летия собрались неравнодушные. Органы соцподдержки населения, комитет городского хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры. Они уже готовы найти нарушителей, тех, кто паркуется в местах автостоянки для инвалидов. Подобные рейды всегда на пользу. Ну и достаточно много водителей, граждан видят о том, что да, действительно, есть такие стоянки, есть парковки, места, предназначенные для автотранспорта инвалидов. И нарушать эти требования законодательства нельзя. Вот поэтому наши акции, они все-таки являются и информативного характера. Поэтому, я думаю, от них большая достаточно польза. А тем временем водитель решает припарковаться, но, увидев гаишников, сворачивает. Вид камеры сотрудников ГИБДД резко активирует правовое сознание. Однако некоторых не смутило даже это. Вот и первый нарушитель. На месте составляется протокол. Водителя ждет штраф. Теперь ему придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам до 50. Информировать водителей и прохожих пригласили волонтеров. Александр уверен, что это поможет решить проблему. Раздавать будем вот эти вот листовки, чтобы люди понимали, что нельзя ставить машины здесь. Потому что штрафами не получается. Наказывать все равно ставят.
Каждый десятый житель Ставрополя – инвалид. Колясочников с первой или второй группой инвалидности в городе более 1500. И места для парковки им необходимы. Согласно закону, на каждой стоянке должно быть не менее одного места. В этом году было выделено более 140. На стоянке появляется еще одна машина. На этот раз у водителя есть удостоверение человека с ограниченными возможностями. Все в порядке. Следующая точка рейда – две стоянки около центрального автовокзала. Здесь используется комплекс «Паркон». Устанавливается он на пассажирское сиденье машины ДПС. Программа знает все запрещающие знаки в городе. Проезжая мимо нарушителя, устройство фотографирует и направляет в управление ГАИ. Где «Паркон» находится в данный момент, водители не знают. Поэтому, как говорят гаишники, комплекс очень действенен. Водители рассказывают о приборе друг другу и боятся. Грубо говоря, слух уже пошел среди водителей, среди граждан. И их правовое сознание стало более ярким, более четким, более понятливым и к распознанию тех знаков, которые запрещают нам парковочку в неустановленных местах, и для также в местах для парковки инвалидов. Дмитрий Белецкий, Илья Аладин, Информбюро. В городской думе Ставрополя сегодня говорили об архивах. Хранению документов уделяют много внимания. Температура и свет в помещениях по всем правилам. Однако самих зданий не хватает катастрофически. Не лучшим образом обстоит дело и с оцифровкой архивов краевого центра. Глава города поручил с проблемой разобраться. И еще сегодня на рассмотрение кандидатуры замглавы администрации представили Александра Фирсова. Его думцы одобрили. Александр Ильич имеет высшее профессиональное образование. В 1984 году окончил Ставропольский орден Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный институт. В 1988 году Высшую школу КГБ имени Дзержинского. В 2011 году Санкт-Петербургскую юридическую академию. Стаж государственной и муниципальной службы Александра Ильича составляет более 30 лет. Фирсов Александр Ильич соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения высшей группы должностей муниципальной службы. Молодежный форум «Машук» получит место постоянной дислокации. Для этого в Пятигорске практически из руин восстановят старый пионерский лагерь. Комиссия из краевого правительства осмотрела будущую стройку и определилась с фронтом работ. Сюжет наших коллег из курортного региона. К восстановлению пионерских лагерей «Будь готов», безмолвно заявляет девочка-пионерка. Единственное яркое пятно, оставшееся от того пионерского детства многих пятигорчан. С его кострами и песнями, ночными битвами подушками и утрами с пастой на лице. С речевками и хождением строем в клуб, бассейн и на обед. Именно ее попросили непременно оставить как артефакт в этом лагере, которому суждено возродиться из пепла для нового будущего. И будет центр детский, молодежный центр и для развлечения, и для оздоровления, и для образования. То есть он будет широкого профиля. Лагерь «Машук» давно не слышал детских голосов. Он угасал с 90-х. Но вот уже три последние года он становился площадкой для Всекавказского молодежного форума с одноименным названием. Правда, ребята не могли воспользоваться его преимуществами. И жизнь в палатках надолго запомнится машуковцам. Пришло время задуматься о продвинутой и талантливой молодежи. Под председательством заместителя председателя правительства Ставропольского края Сергея Осадчева покой белок на «Машуке» нарушила делегация в составе архитекторов, инженеров, чиновников и самих машуковцев. Вы должны видеть и понимать, что мы там будем иметь в структуре вообще. Там, скажем, развлекательные вещи, ну, понятно, все сопутствующие, там, спальные, значит, столовые, развлекательные, спортивные ядра, наверное, какая-то бассейн, наверное, какая-то зона для проведения форумов каких-то, встреч, ну, и так вот далее, чтобы это в постоянном режиме были. Вот это все, чтобы мы понимали, мы, это имеется в виду строители и проектировщики, нам нужно так называемое техническое задание, и, ну, исходное. Осмотрев территорию, решено было дать проектировщикам задание подумать над первичным проектом, чему быть, а чего миновать. Что нужно где-то порядка 1000 квадратов предусмотреть под строительство такого модуля большого, где бы проводились сами все там и обучение, выставки, какие-то презентации, чтобы это было технически все полностью оснащено с экранами, там 3D там и всякие прочие. То есть вот это надо обязательно, конечно, будет сделать. Уже к 10 декабря тут же на свежем воздухе должна пройти первая презентация проекта, учитывая все инженерные возможности и пожелания молодежи.
молодежи. А им тоже есть что предложить. Такая добрая традиция комсомольских строек, она может возродиться сегодня в виде молодежной стройки. Потому что здесь, конечно же, изначально надо набрать, навести порядок, убрать мусор, убрать старые какие-то разбитые окна, там что еще. Конечно же, это делать хотелось бы силами студенческих отрядов, которые в этом понимают. Они у нас сегодня очень профессиональные. У нас есть несколько отрядов, которые работают на олимпийских объектах в Сочи. Поэтому этот объект, я думаю, для них тоже по зубам. Уникальное местоположение центра позволяет сделать из него единственный в России и в крае молодежный, загородный, многофункциональный образовательно-туристический центр. А возможности? Возможности найдутся. Ну, вот оживить-то надо по-любому. То есть как бы много лет все это стоит заброшено. Конечно. Если есть возможность хоть какая-то реально все это вдохнуть в жизнь, конечно, это все. Обязательно. Ну, вот такая задача. Мы возможности чуть позже. Возможно, уже в следующем году Северокавказский молодежный форум «Машук» пройдет именно здесь, со всеми удобствами. Гриф на природе. Мы продолжаем серию сюжетов о том, где на Ставрополе можно хорошо и с пользой провести время. Осенью активный отдых, сплав по реке, а зимой купание в горячих источниках. 33 удовольствия в Кочубеевском районе. Туда и отправилась наша съемочная группа. Смотрим. Тишина и первозданная природа – это все река Кубань, Кочубеевский район. Сюда можно приезжать в любое время года. Природа прекрасна как поздно осенью, так и ранним летом. Туристы, занимающиеся активным отдыхом, давно освоили эти территории. Большим спросом в последнее время пользуются водные походы. Отдых на воде с небольшими элементами экстрима, так сказать. Но это отдых. То есть мы плывем по красивой воде, кругом лес красивый. Значит, не жилья ничего мы не видим, и в любом месте можно остановиться, в удобном месте нам можно поймать рыбу, можно сварить уху. Вот, и мы думаем, что это будет востребованный отдых. Огромный плюс таких походов – возможность самостоятельно планировать свой маршрут. Можно даже сделать перерыв и останавливаться на коротенькие пикники. Многие отправляются в многодневные туры до Краснодара и Армавира. Такого адреналина, как на сплавах в горных реках, конечно, не получишь. Однако удовольствие от походов зашкаливает. Кроме того, в станице Беломечетской есть целый туристический центр для любителей активного отдыха. Но и зимой в Кочубеевском районе можно найти водные приключения. Возвращаемся в январь и едем дальше. Это уже горячий источник в селе Казьминское, тоже Кочубеевский район. Целебные термальные источники здесь нашли еще в 70-е годы. Как утверждают врачи, эта вода очень полезна для здоровья. Искупаться в зимнюю стужу здесь может практически каждый. Противопоказания для плавания, конечно, есть, но их очень мало. В нашей воде, значит, большое количество кремниевой кислоты. А что такое кремний? Это вещество, которое входит в состав нашей кожи, волос, ногтей. Значит, те, у кого есть перелом кости, те, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата, пожалуйста, приезжайте к нам. Плюс в нашей воде она высокощелочная. Щелочность ее 8,7. Значит, наша водичка еще чем полезна? Она в первую очередь лечебно-столовая. Вот. И поэтому противопоказаний для плавания в нашем бассейне очень мало. В Казьминское приезжают отовсюду, не только из нашего региона. Соседи из Краснодарского края, Ростовской области, а также республик, постоянные посетители горячих источников. Кстати, такие бассейны есть не только в самом Казьминском, но и в окрестностях. Воду берут из скважин, а их нашли абсолютно случайно. Искали нефть и наткнулись на воду. Разумеется, бархатный сезон купания начинается с первыми холодами. Однако некоторые отдохнуть на горячих источниках приезжают даже летом. Близится конец года, и наша программа «Информбюро» начинает постепенно подводить итоги 2012-го. Какие результаты работы у министерств, что за это время было сделано в молодежной политике, чем Ставрополье собирается завлекать инвесторов и что интересного произошло в Министерстве имущественных отношений. Ответы на все эти вопросы нашла Анастасия Самойлова. Ее специальный репортаж сразу после информационного выпуска. А теперь настало время поговорить о погоде. Слово Маше и Даше. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория края около 2 тепла. Завтра в Старо-Приномыске переменная облачность. Днем плюс 8-10, вечером 4 тепла. В городах Кавказских минеральных вод облачность с прояснениями. Днем плюс 6-9, вечером 3 градуса выше 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.
С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf, телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45. Звоните, мы поможем. А у меня на этом все. С вами была Анастасия Емцова. До свидания.